Еды у нас хватает, аптечек тоже. Оружие, ну, пойдет. А у ядра планеты, наверное, все-таки не яд меня будет ждать. Лучше б я со светом что-нибудь сделал. Просто стример на нейм. Эхо? А, ну да. Я думал, хоть тут мух не будет этих. Но нет. Главное попасть. Thank you.
советуют не умирать от падения. Ё-моё, вот это страшно. Охренеть. И чё? Я полез обратно. Я с другой стороны зайду. Блоки. Можно вот так сделать? Или это вообще будет? Да, лучше в обход просто пойти. Ох, ё-моё! Кого-то потревожил. Ой-ой. Эх, ты что такая вредная штука? На голову прям падаешь. Не, ну, блин, как обходить-то это добро? Если она вся карта так заканчивается, ну в смысле, куда ни копни, оно все равно будет. Так. Ладно, еще вот до этой зеленой хрени попробуем добраться. Если и там такая же история, то будем пробовать отскакивать до падения. Ну да, под лагушки. А, ну не так уж и высоко. Фонарик можно поставить? Не видно же ничего. Это еще не пропасть. Это мозг. Это похоже на какую-то единый организм. А вот и дверца. Долго спускаться. Фонарик уже не поставить. Да, осьминог. Поедим напоследок. Это же не встреча. Там встреча.
А, сохраняшка. Хорошо. Уже не так страшно. Ага, старые друзья, старые знакомые. Классический вариант с повторением всех уже пройденных боссов. Ты что, не помер? Все, проваливай, ты просрал. Да тут я тут. Он топа в центр, что ли, фигачит? Какие же они живучие.
Ага. Классно придумал. Всех позвал. Кабанчика-то нахрена сюда тащить? Не, я скорее всего его не завалю. Типа тут оружие какое-то надо более масштабное, что ли. Жгучая этот пачка сразу. Что у нас есть такого? Да. Даже нет вроде ничего такого.
попробовать с ядом. Так. Или лавой. Нет, лава. Лава не поможет от летающих. А, тут нельзя ничего разливать. Собственно. Он их жарит своим же глазом. Окей. Так. Dark.
Music Promo YouTube channel. Да, надо, короче, отсюда сваливать. Да и стопать стрим. Все, хорош. Хорош, уже 12,5 часов. Хреначу в эту штуку. Пройду все равно потом. Так и так, на стриме. Когда высплюсь уже. Всем спасибо.